И вопрос тогда, почему же люди, почему же мы занимаемся часто не своим делом? Почему мы не своим делом занимаемся? И есть несколько ответов на этот вопрос. Первый, вот это я пытался вот это вам показать, когда человек пытается залезть вот сюда, а он такой, вот у него проблемы возникают. Почему человек пытается залезть не в свое место? Несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, он может не знать, где его место. Он не разбирается. Он не разбирается, и его не научили этому не научили. И с другой стороны, сейчас, в эпоху, в которую мы живем, у людей столько разных противоречивых желаний одновременно, что он не может понять, что же самое главное. То есть, с одной стороны, не знает, куда пойти учиться, ну просто вот не в курсе, вот, что ему нравится. Потому что очень много чего нравится. И поэтому он сидит вот так вот пригорюнившись и думает, что же делать, как, где мне себя реализовывать. С другой стороны, люди, которые находятся вокруг него, навязывают ему представление о том, кем ему нужно быть. И это начинается, знаете, прямо с детства. Бывает, родители из самых добрых побуждений, самые вот лучшие хотят для ребенка, навязывают ему представление о том, кем ему надо быть, согласно тому, как они считают. Допустим, папа не смог стать капитаном, всю жизнь мечтал ходить в море, водить эти корабли. Не получилось, стал слесарем. Как-то не сложилось у него стать капитаном. Но он мечтает, чтобы его сын стал капитаном. И хотя сына укачивает даже в лифте, и он боится воды, тем не менее папа говорит, надо быть капитаном, это то, что сделает тебя совершенно счастливым. Понимаете, то есть реализовывают свои несбыточные, неосуществленные желания через своего ребенка. И бывает по-разному, бывает, у меня есть друг, он в детстве его отдали в музыкальную школу, хотя никаких признаков таланта он не проявлял, отучился, стал хорошим музыкантом. Слух появился, все нормально. Но другой, его товарищ, ненавидит ни музыку, ни родителей, ни музыкальную эту школу, в которой он мучился. Очень трудная вещь, поэтому надо такая непростая задача, как понять, куда развивать ребенка. Не все этим искусством владеют. Вторая вещь, то есть первое, это человек просто не знает. Второе, ну, другие люди могли ему навязать представление. Ну ладно, родители, они хотя бы из добрых побуждений это делали. Но есть также реклама. Люди, которые хотят продать свой товар с экранов телевизоров, они навязывают определенные стереотипы. Кем ты должен быть? И кем ты должен быть, говорят через телевизор. Кем? Чтобы потреблять что надо? Денег много. Поэтому твое место там, где тебе будут больше денег давать. Или нет? Да. Потому что без денег ты не сможешь купить наши важные товары. Где твое место? Там, где больше денег. Какая самая популярная сейчас профессия? Программист. Ты должен быть программистом. Программистом, понимаете? И все, человек... Хотя он этот ботаник, он идет в программисты, потому что ему надо много денег. И второй стереотип, что часто вот мы слышим с экранов телевизоров, ты должен быть богатым и ты должен быть... успешным. Ну, это и есть успешным. Знаменитым. Ты должен быть знаменитым. Ну, может, не на телевидении, но хотя бы ВКонтакте тебя должны знать. Вот, делать лайки, там все нормально должно быть. То есть подумай об этих двух вещах. Твое предназначение, твое место там, где есть деньги и там, где есть слава. Вот, делай, что хочешь, занимайся, чем хочешь, лишь бы были эти две вещи. И вот человек с этими стереотипами, а если это постоянно капает, понимаете, человек начинает в это верить. Вот он и ходит и мучается. Он вроде на самой, как бы с точки зрения рекламы, на своем месте.
но чувствует, что-то не то. Признаться себе не может, что-то не то. И важную вещь хочу сказать. Если у нас есть какие-то богатства, если есть какие-то способности, пример приведу. Представьте, что у вас в каждом кармане, есть карман у вас? Вот в каждом кармане пачка по 500 тысяч рублей. Представили? Классно же, да? Ну вот здесь, 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 в рюкзаке еще. Представили? Чувствуете? Есть вдохновение их потратить? Нету? У вас денег нет, значит. Когда у человека появляются деньги, у вас появлялись деньги вообще? Что вы хотите с ними делать? Есть? Хочется их потратить, нет вообще? Что-то как-то вот купить там, ну, обои новые приклеить, машину новую, ну, обновить, да, что-то, вот, компьютер, для детей, для друзей что-то сделать. Или не хочется? Хочется. Так вот, когда у человека есть какие-то возможности, у него автоматически есть желание эти возможности проявить. И когда он их не проявляет, знаете, как-то вот ходишь с этими деньгами, и как-то вот и как-то хочется потратить, а непонятно, что. И вот беспокойство, потому что деньги есть, они беспокоят. Да, вот есть, да, опыт. Нет такого опыта, денег нет, да. Но зато есть что-то другое, понимаете? Есть у человека богатство петь. И вот если он не поет, он чувствует что-то вот неудовлетворенно. То есть важное утверждение, если есть какие-то таланты, какие-то богатства, автоматически означает, что у человека есть желание эти богатства проявить. И когда он этого не делает, мы говорили уже, да, что человек испытывает неудовлетворенность, он не понимает, что-то ему как-то не по себе, потому что желания есть, а он их не реализовывает, не на своем месте.